Рекордную сумму на обновление автопарка спецмашин получили ессентуки. Почти 27 миллионов краевых и муниципальных средств помогут городу приобрести коммунальную технику. Такого обновления не было последние 8 лет. На бюджет ессентуков придется всего лишь 5% от суммы затрат. Уже в августе управление ЖКХ курортного города испытает на улицах комбинированную дорожную машину МКДУ-2. Она предназначена для всесезонного содержания автомобильных дорог, транспортировки и самосвальной разгрузки сыпучих материалов. Приводить в порядок дороги поможет вакуумная подметально-уборочная машина. В списке покупок также мини-погрузчики, ковши, щетки, автогидроподъемники для монтажных и ремонтных работ. Каждая машина стоит от 4 до 8 миллионов рублей.